В Актау простились с погибшим курсантом Академии пограничной службы КНБ. Церемония прощания прошла на площади у здания Дома дружбы. Тысячи горожан пришли проводить Мирхана Бетема в последний путь, в том числе одноклассники и сослуживцы. Напомню, Мирхану было всего 19. Он родился и вырос в многодетной семье, окончил школу в Актау, учился на втором курсе Академии. Погиб во время террористической атаки на учреждение. Указом президента посмертно награжден орденом Айбен 3-й степени. Выполняя боевую задачу по охране Академии пограничной службы Республики Астан во время массовых беспорядков, происходящих в городе Алматы, трагически погибли наши военнослужащие, в том числе наш земляк Бетим Мейерхан. От имени пограничной службы соболезнуем всем близким, родным.